ребят, в общем, мы преодолели порядка 100 миль и пересекли долину Коачелия, где расположены, вы приехали вот оттуда, где расположены города Palm Springs, Palm Desert, Индия. Мы все это проехали, и сейчас нам осталось буквально 5-7 миль до нашей первой цели. И я просто хочу сказать, что все, кто будет ехать, все, кто захочет посетить Southern Sea и будет двигаться с северо-западной стороны, со стороны городов Palm Springs и Palm Desert, вы должны знать, что в районе Southern Sea на протяжении 30 миль с северной части ее нет никаких автозаправочных станций. Поэтому я просто советую, рекомендую, и мы так сделали, остановились вот на этой вот заправке, вот на этом газстейшене Аркан, для того, чтобы залить полный бак бензина и спокойно двигаться к нашему первому чекпоинту. Да. В общем, мы сейчас находимся в пустыне Сонора. Это большая пустыня, это Южная Калифорния. И в этой пустыне есть такие, ну как и в каждой из пустынь больших, есть такие как бы маленькие подпустыни. Так вот это сейчас территория подпустыни Колорадо, Колорадо Дезерт. И справа от нас можно увидеть уже озеро Salton Sea, соленое море. Вот. И наш первый чекпоинт, куда мы хотим заглянуть, это Visitor Center, это центр посетителей, кто приезжает, там много материалов, там есть где погулять, походить по берегу и как бы посмотреть очень близко, что вообще из себя это озеро представляет. Ну и также можно узнать информацию о истории, как это озеро вообще здесь появилось, а его история на самом деле очень интересная. Да. Подъехали, но здесь какой-то КПП, и я так понимаю, нужно какой-то и заплатить. This payment, конверты. Да, в общем, ситуация такая. Приезжаешь на это КПП, здесь никого нет, здесь стоит такой старинный аппарат, ты берешь вот такой конвертик, заполняешь данные на машину, кладешь денежку, если это просто парковка на автомобиле, $7, кладешь в этот конвертик вот денежку. Ну, кстати, сюда нужно ехать, я так понимаю, с наличными деньгами. Вот, и этот конвертик надо как-то заклеить, дабы никто не этот. Открываешь себе вот такой пермит, а конвертик бросаешь вот сюда с денежкой. Теперь можно ехать.
Ну что, друзья, вот мы на берегу самого крупного озера в штате Калифорния, Salton Sea. Проехали через КПП, Visitor Center. Такой вот здесь парк, Recreation Area. И я вот взял такую вот брошюрку почитать, посмотреть, что, как история вообще тут этого озера. Оно на самом деле довольно уникальная, эта история. Что хочу сказать, когда подходишь сюда, ближе к озеру, запах здесь, конечно, специфический, потому что в свое время здесь очень много рыб, из-за того, что озеро очень соленое, его воды соленее даже, чем вода в Тихом океане, здесь в свое время произошло такое как бы мини-экологическое бедствие, и оно погубило очень много рыб. И этот вот запах, он здесь просто всюду витает, как только ты подходишь поближе. Да, ребят, вот мы сейчас ходим по вот этому пляжику, по вот этому берегу. Как вы думаете, что это? Это песок? Ну, как бы мы тоже вот думали, что это песок, да? Но когда мы подошли поближе, наклонились, чтобы посмотреть, и я вам хочу сказать, что это ни хрена не песок. Вот это вот все, это просто измельченные ракушки. Я даже не могу, я представить себе не могу, это за сколько лет вообще вот это вот все могло превратиться в какое количество ракушек необходимо было, чтобы превратить это все в песок. Просто удивительно. Да. Ну а мы собираемся погулять по берегу, походить, посмотреть, какие-то здесь, может быть, есть места любопытные такие. Поныряем, посмотрим. Ну и, соответственно, покажем вам. Самое большое и соленое озеро в Калифорнии, Salton Sea, располагается в долинах Качели и Империал непосредственно на разломе Сан-Андреас. Оно находится на 68 метров ниже уровня Мирового океана. Самая глубокая точка Salton Sea всего лишь на 1.5 метра выше самой низкой точки долины смерти. Поэтому экосистема озера также уникальна, как и экосистема соседней долины смерти. Когда-то вся эта низменность была частью океана, но раздавшаяся дельта реки Колорадо отделила этот участок, и он стал сушей. Salton Sea вторично сформировалась в начале 20 века как результат экологического недосмотра. Русло Колорадо в течение 2 лет было направлено в низину из-за неправильной ирригации. Сейчас уровень озера колеблется в зависимости от количества осадков. Однако, несмотря на такой экологический беспорядок в регионе, озеро оказалось во впадине очень уместным. На нем расселилось множество птиц. Salton Sea называют жемчужиной в короне разнообразия пернатых. Его особенная достопримечательность – колонии белого пеликана. Однако увеличение солености воды может лишить пеликанов их привычной пищи на берегах Salton Sea. Эта неустойчивая система требует поддержки и охраны. В озеро впадают реки Алама, New River и White Water, а также ряд небольших сельскохозяйственных дренажных систем и ручьев. Thank you.
общем, мы подошли максимально близко к берегу. Я не совсем понимаю, но дело в том, что здесь вот эта часть, такое ощущение, что здесь бывают приливы и отливы, потому что прибрежная полоса, она влажная, и когда ходишь по ней, она напитана водой. Еще вот, когда мы подошли поближе, мы заметили очень много пены, причем эта пена, она такая... не как в океане сразу пропадает, а такая какая-то, как вата, остается на песке. Ну, на песке, на гальке, на этих ракушках, я не знаю. И она вот повсюду, эта пена. Мы сейчас пойдем погуляем дальше, пройдем туда, там есть какой-то пир. Запах, запах, конечно, здесь. Обалдеть. В 1900 году организация California Development Company начала строительство растительных каналов для отвода воды из реки Колорадо в Салтонскую впадину, которая была дном высохшего озера. После создания этих каналов Салтонская впадина некоторое время была плодородной, позволяя фермерам собирать урожай. Образование Салтон-Си началось в 1905 году. Проливные дожди и таяние снегов вызвали разлив реки Колорадо. Из-за повышения уровня воды железная дорога оказалась в опасности затопления. Образовался огромный водопад, который начал быстро продвигаться вверх по каналу Алама, который теперь занял Колорадо. Первоначально опасались, что водопад будет отступать вверх по течению до основного русла Колорадо, достигая высоты от 30 до 91 метра, и тогда будет практически невозможно исправить ошибку. В результате мероприятий была затоплена часть прилегающих земель. В 1925 году Салтон-Си превратился в достопримечательность, начал развиваться промысел рыбы. Города Салтон-Сити, Салтон-Си-Бич и Дезерт-Шор на западном берегу, и Дезерт-Бич, Норс-Шор и Бомбай-Бич, построенные на восточном берегу, в 1950-х годах довольно долго процветали. Однако к началу 1990-го многие из поселений существенно сократились в размерах или были заброшены. В основном из-за растущей солености, загрязнения озера в течение многих лет и из-за сельскохозяйственных стоков и других источников. Многие из видов рыб, которые жили в озере, погибли в результате сочетания загрязнений, уровня соли и цветения водорослей. Мертвая рыба, как известно, вымывается в массовых количествах на пляж. Запах озера в сочетании со зловонием разлагающейся рыбы также способствовал упадку туристической индустрии вокруг Салтон-Си.